Звук «е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Однообразная серая повседневность негативно отразится не только на физическом и психическом здоровье этой личности, но также и на характере, что может иметь трагические последствия. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Обладатели этого имени менее других склонны к внутреннему самосовершенствованию. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Носитель этого имени будет обладателем бурного, взрывного темперамента, с которым он явился на свет и который будет укрощать всю жизнь, пытаясь обрести внутреннее спокойствие. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.